Жилой комплекс 5 звезд, входная дверь, санузел, кухня 12 метров. Ну, пойдем по порядку. Всем привет, друзья! Жилой комплекс 5 звезд. Мы уже делали видео по этому жилому комплексу. Можете найти на нашем канале. Там мы показывали двушку в черновой отделке. Сегодня мы опять в этом жилом комплексе. У нас такая же двухкомнатная квартира, площадью 67 метров, но уже полностью с отделкой. Отделка делалась для себя, не для продажи. Ну, сейчас, собственно, сами все увидите. Давайте, наверное, отсюда от входной двери и начнем. Да? Достаточно неплохая входная дверь. Вот так у нас выглядит холл, коридор. На полу плитка. Плитка здесь и плитка у нас, соответственно, на кухне. Ну, пойдем по порядку. Итак, санузел. Вернее, это туалет. Можно взять, почитать книжечку. Счетчики спрятаны в этом специальном коробе. Далее у нас ванная комната, душевая кабина, видите. Всем привет! Плиточка там тоже у нас. Дверь достаточно тоже неплохого качества. Как в санузле, так и межкомнатная. Так, кухня, друзья. Кухня 12 метров. 12,5 даже, прошу прощения. 12,5 квадратных метров. Достаточно просторная, хорошая. Освещение такое у нас. Естественно, вот эта встроенная кухня остается. Никуда ее хозяева забирать не будут. Останется здесь. Так, ну и выход на лоджию. На лоджию мы сейчас выйдем из комнаты. Так, дальше у нас пошел зал. Значит, напоминаю, общая площадь 67 квадратных метров. На полу ламинат. Ну и, собственно, да, биметаллические радиаторы. Ну и, собственно, вот такого плана лоджия. Огромная. На беспорядок внимания не обращайте. Люди здесь готовятся к переезду. Ну, собственно, они уже и переехали. Видите, зимние колеса хранят. Так, ну и вот такой вид у нас открывается, собственно. 11 этаж у нас. Небо хмурое. Будет дождь. Так, и еще одна комната у нас осталась. Детская комната. Вот в таких розовых тонах. Такая девчачья комната, я бы сказал. Также биметаллические радиаторы по всей квартире. Так, и это у нас кладовочка. Кладовочка, гардеробная, как удобно. Достаточно хорошая, вместительная. Запас обоев вам остался нашим будущим покупателям, будущим обладателям этой квартиры, владельцам. Вот такая квартира, друзья.
Итак, по стоимости. По стоимости, смотрите, значит, такие квартиры были у застройщика, но сейчас, по-моему, уже и нет. То есть последние квартиры они продавали в черновой отделке по 4,5 миллиона. Ну, это было, может быть, последние квартиры оставались, может быть, месяца три назад. Сейчас мы продаем вот эту квартиру полностью с отделкой, как вы видите, да, отделка делает для себя. И стоимость этой квартиры 5 миллионов рублей. Я думаю, про дом вам рассказывать не нужно. Да и про сам жилой комплекс, да, если кому интересно, можете... Я вот здесь ссылочку оставлю про квартиру, которую мы снимали в черновой отделке в этих же домах. Там все подробно рассказано, да, в доме консьерж, в доме... Достаточно очень хорошая отделка самих подъездов, 4 лифта, парк на 1200 машин. То есть, в принципе, достаточно хорошее статусное место. Кого заинтересует данное предложение, пишите в WhatsApp, Viber, звоните, пишите комментарии. Предложение действительно достаточно интересное, стоящее. Я бы советовал данную квартиру рассмотреть как ваше будущее жилье. Здесь практически ничего делать не нужно, все сделано. Заезжай, живи, что называется. Все, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Напоминаю, что купить квартиру в нашем городе достаточно просто. Достаточно оставить заявку под этим видео. И наш специалист в самое ближайшее время с вами свяжется. Ссылочку вы, напоминаю, увидите под этим видео. Всем пока, хорошего дня, хорошего настроения. Увидимся.